Ну и продолжаем тему строительства пристройки к кадетской школе. 12-часовые смены без выходных. Пристройка к кадетской школе возводится ускоренными темпами. Цель – открыть корпус, рассчитанный на 200 учеников, 1 сентября. Об этапах строительства нашей съемочной группе рассказал глава округа Владимир Ружицкий. Вот мы находимся при входе в эту пристройку. Кроме этого, с основным корпусом школы у нас есть коридор, который соединит данную пристройку с основной школой. На первом этаже нового учебного корпуса разместится гардеробная, столовая с пищеблоком, а также игровые комнаты и спальня. На данный момент здесь завершены черновые работы. Строители приступают к чистовой отделке. Полностью к зданию сегодня подведены все инженерные коммуникации, все, что связано с теплом. Кстати, электричество на постоянной схеме тоже заведено. По договору нам должны поставить оборудование для вентиляции 15 июля, и мы его до 2 августа тоже установим. Коридор второго этажа соединяет пристройку с основным зданием школы. В рекреацию выход из 4 классов, помещение для занятий музыкой и спортивный зал. Все окна, все витражи тоже на сегодняшний день смонтированы. На последнем, третьем этаже уже проложены все инженерные коммуникации. Завершается монтаж перегородок и начинается подготовка к черновой отделке. Справиться с этим этапом рабочие планируют за несколько дней. В течение ближайших 2 недель чистовая отделка в целом во всей школе тоже будет завершена, потому что все необходимое сегодня сделано и подготовлено. Работа кипит не только внутри здания, но и вокруг него. Более 11 тысяч квадратных метров покроют асфальтом. На территории школы высадят деревья и кустарники. Мы планируем обустроить на территории школы спортивные площадки. Это и баскетбольная, волейбольная площадка, это всесезонная беговая дорожка, это будут игровые площадки. Благоустройство школьного двора завершится к 15 августа. К этому же времени строители планируют закончить чистовую отделку помещений. Затем начнется процедура оформления документов. Каждый этап рассчитан буквально по часам. График строительства скорректировала пандемия. Но, по словам экспертов, это не повлияет на дату открытия школы. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.